Немного хореографии никогда не помешает. Иди. Ну иди сюда, иди. Что, хочешь самовыразиться? Ну иди. Поаплодируем артисту. Нет, пацаны, если у кого наболело, пожалуйста, нет проблем. Так, ну самое главное, чтобы здесь нас было меньше, чем там. Так, ну все. Ну давай, заходи. Давай. Поаплодируем артисту, поэт. Ну давай, иди, возьми. Возьми меня за локоток. Нежно. Ну, нет, так еще рано. Да что ж такое-то? Ваши люди. Так, ну ладно, держись за локоток. Пацаны, готовы? Я еду к любимой. Четвертые сутки в вагоне, где нету даже белья. А все потому, что... Все пальчик подняли, куколы. Каждый о своем подумал. Серьезные чувства. Насчет гонорара зайдешь потом. Так, ты сильно не висит, да? Серьезное чувство сподвигло меня, а колеса чуть-чуть, тык-тын-тын-тын. Где-то тут моя радость живет, где-то тут на крыжок и должен быть поморозью. И что, и пускай надо мною смеются, да хоть бы все люди, планеты и земля. А все потому, что серьезное чувство сподвигло меня. А колеса чуть-чуть, тык-тын-тын-тын. Где-то тут моя радость живет, где-то тут на крыжок должен быть. Поехали! Спасибо. Что, выгнали тебя из шоу-бизнеса? Меня не пугают ни бури, ни громы, а может и смерть не пугает меня. А все потому, что... Пальчик, не забывай. Серьезные чувства! Пацаны, давай аккуратно, чтоб не спугнуть. А колеса чуть-чуть, тык-тын-тын-тын. Где-то тут моя радость живет. Где-то тут на крыжок должен быть поворот. А колеса чуть-чуть, тык-тын-тын-тын. Где-то тут моя радость живет. Где-то тут на крыжок должен быть поворот. Ну как я в шоу-бизнесе? Нормально? Что ты быстро ушла?